всего 15 секунд остается для того, чтобы дать ответ. Табличка. Да, табличку подняли. Федор Козлов учится в 9 классе. Недавно вступил в ряды юнармейцев. Рассказывает, что в движении больше всего нравится военная подготовка, возможность научиться собирать и разбирать автоматы, а также участвовать в разных конкурсах и викторинах. В этот раз Федор вместе со школьными друзьями отвечал на вопросы квеста «Куйбышев 41-45». Ребята представили команду Октябрьского района. Было такое предложение сходить на район. Ну, мы думаем, ну попробовать, что нам стоит. Заняли первое место. Не ожидали, конечно, приятно. Вот сегодня на городе. Куйбышев 41-45 – интерактивная игра, которая проводится каждый год в преддверии парада памяти. Сначала школьники показывают свои знания на районном этапе, а потом на городском. В финал прошли 9 лучших команд от районов города. 115 команд участвовало в предварительном отборе. 115! А победили вы? Поздравляю вас с этим уже. Вы уже победили. Игра создана для учеников 7-9 классов. За интеллектуальной борьбой следили члены жюри. Ребята с большим удовольствием в этом участвуют. Здесь командный дух, вот. Здесь есть и капитаны команд. Ребятам тоже приятно. Такие встречи, где мы не только депутаты встречаемся на вопросах, связанных с проблематикой ЖКХ, вот. Ну и вот на таких очень знаковых событиях. Абсолютным победителем стала команда Советского района. По окончанию викторины участникам провели экскурсию по экспозициям исторического парка «Россия. Моя история». Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.